зависит разное. Тропинки. Какие-то там еще точки всякие. Для фото, наверное. Для всяких, то есть пикничков. Что так вид? Лестница немного не поломана. Вот как для пар надо стукнуть. Встать вместе. Бейс джампинг. Да, высоко. Там вот нет нифига. Здесь вот бросают по иеновой монете. Дерево засовывать. Понятно, надо тоже что ли положить монетку. У меня вроде была там такие небольшого достоинства. Ты стоим тут план. Даже не знаю, как у стран. Подойти-то, наверное, снизу лучше. Ну, японцев много таких вот вещей. Не надо там. А, вылетит или не вылетит? Я даже не знаю, кто этот. Вот. Дерево деньгами напичкали. He was just right there, and I stopped, but he said, you didn't put your foot down. So he got me on that. Yeah, yeah, I have to too. He's like, you don't put, he said, no foot down, no stop. Yeah. Three points. So what 3 points. You're passing by non-stop, but you touch your foot, still because they're looking for your foot. On a motorcycle, they're looking at your foot. Yeah. If your foot is there, you stop. If it's not, it's a California stop, you get a ticket. Maybe you put your legs every time, yes. Oh yeah, now, a skateboard. Every time. I look. Yeah. On the train tracks, man, fucking, he hides, and I just look all the time. It's, Shirabai. Yeah. The trauma. Every time I come to this stop, I. Yeah. The foot. Yeah, you should watch for the hidden police and say, yeah, you see? And also the cameras, fucking, we're going on 20, and there's so many cameras. I'm sure. In a week, I'm going to have a bunch of tickets ready for me. Get your number plate from the back. Yeah. There's only like I think one or two in Japan that can take cameras at the back. Yeah, so with a bike, unless you like do a speed all the time at the same time, like, and then you see that, you know, they can catch you while you're there. Yes. But you know, you would never get. No, with cameras. Never seen, never. So what's the
Yeah, camera is okay. Weekends are known to actually get caught whenever nobody gets caught. We're not gonna make an example of you. Only Shirobai, Shirobai, if you see. When you come to, the way that they turn here, stop, is when you... Он рассказывает, то есть если наступление не, ну как, остановиться, но не поставить ногу, это будет считаться, что ты не останавливался. Вот. И за это снимают 3 или 2 поинта штрафных и 6-7 тысяч штраф примерно. Тебя штрафовали здесь когда-нибудь? Нет. Нет пока? Да. Тебе? Я вот за эту же фигню, как-то там на Адабе я ехал. Дунин тоже так же, ногу не поставил, ну остановился, но ногу не поставил. Да, так эти учат даже в этом, на ступлении, да? Да, да, да. В японской школе они учат даже. Да, да, да. Ногу поставил, закисли. Я могу, знаешь, ехать и ноги ставить. Да нет, они там просто, знаешь, у них там облава была, то есть их несколько стояло. То есть там такой типа круг, как бы, ну, разворота, U-turn'ов много очень. Эти на Адабе, там в районе, это Газпромзона, склады там. Они нам постоянно там эти, ну, стоят где-то у обочины, там штук 5, наверное, там, я не знаю. Я там ехал потом, я их много видел очень. И там вот за это вот, ну, как бы светофор, перестроение и вот стоп-линии ловят, то есть. Да, ну вроде, блин, там, если даже никого нет, ну какая фиг разница, да, ну там. Правильно. Да, такие принципиальные типа. Да. Бери вот эти правила, Япония перестанет быть Японией. Тут какое-то место для этих, что ли, для пар, что ли, да? Типа золотые ворота какие-то. Там монетку, наверное, бросить надо. А я вон туда в дерево засунул монету. Там тоже какие-то, я не знаю. Что там вообще написано-то? Я даже вот не прочитал особо, что денежная гора, денежная. Забраться. Тут много очень денег, кстати. 100 йен, 10 йен, 5 йен, 50. Наверное, даже и 500 есть, если поискать. Я так понял, здесь вот это вниз как раз, да, спуск, ну да, на это. Нет, что-то крутоватый спуск. Ну вот там лестница, и она вот вниз идет. Японцы не делают такие опасные. Ханзен Даичи. Но... Даже телевизор есть.